Детские летние лагеря, организованные при образовательных учреждениях Ненецкого округа, лично проверит уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. С инспекционными проверками она уже побывала в Тельвиске и Индиге, а сегодня работает в Каратайке. О том, как там организован детский летний отдых, Римма Галушина рассказала нашему каналу в телефонном интервью. Всего в школе обучается 109 детей. Отдых в летнем лагере организован для 30 детей от 7 до 14 лет. При этом все заявления родителей удовлетворены. Каждый день в лагере посвящен определенной теме. В программе спортивные, интеллектуальные игры, познавательные мероприятия, мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. Дважды дети уже побывали в походе. Из беседы со школьниками я выяснила, что мерам безопасности уделяется должное внимание. Это подтверждает и проверка журнала инструктажей. Организовано двухразовое питание на сумму около 250 рублей в день на ребенка. Дети получают свежие фрукты и овощи. Анкетирование детей показало, что всем без исключения питание нравится. Несчастных случаев не зафиксировано. Ну вот только сегодня девочка по пути в лагере упала с велосипеда, ушиблась, но ей оказана амбулаторная помощь, и ничего страшного не произошло. Я проверила и медицинские книжки, и допуск, и справки об отсутствии судимости есть у педагогических работников, у всех, которые работают. Санитарные книжки –